Всем привет! Мы сейчас приехали с малыми в Sky Family Bar. Это очень большой парк, здесь много детских развлечений. Также есть бассейн, и кому будет интересно, сделаем такой небольшой обзор, как тут можно провести время. Пойдем. После карантина скайпарк существенно опустел. Тут было очень много развлечений для детей, аттракционы, анимация. Но так как нельзя собираться большому скоплению людей, из развлечений, я так понимаю, остался только бассейн. Он очень большой, достаточно комфортный, но вся остальная территория аквапарка почти пустая, потому что есть несколько активных аттракционов, и они очень мало активны и мало востребованы. Все детки, как лягушки, сидят в бассейне. Огромных концертов уже нету, знаменитости не выступают. Из анимации есть два детских аниматора и есть где покушать. Еда вкусная, все свежее. Деткам очень нравится купаться, но мне кажется, что это лето 2020 уже не такое активное, как были предыдущие года. Будем надеяться, что до следующего лета у нас все возобновится. Поменяется обстановка, и мы снова сможем очень активно отдыхать в Sky Family Park. Ha ha ha!
Вот такой небольшой обзор у нас получился Sky Family Park. Нам было весело, но, к сожалению, наверное, не так, как раньше, активно.